2, 1, let's go! И всем привет, дорогие телезрители этой публикации. С вами, как всегда, Ярик. И сегодня я решился скачать хоррор-игру, так как у меня на канале не было давно хоррор-тематик всяких. Тем более, вот сейчас высветился комментарий, который меня прям сильно просил поиграть в эту игру. Так что, вот, пожалуйста, я играю в демо-версию They Are Here. В переводе «Они здесь». Как я слышал, эта игра что-то там про такую тематику, как инопланетян. Я, конечно, не знаю. Ладно, давайте, короче, я начну. Попробуем, что это. Необъяснимое явление произошло на ферме Грей. Грейс, вот. В ночь на 7 августа семья Шерман стала очевидцами ярких огней в небе, которые перемещались над кукурузным полем. С бешеной скоростью огни двигались в хаотичном направлении и с разными скоростями спустя некоторое время пропадали. Это странное поведение в небе наблюдалось ночью в одно и то же время. Читать я дальше не буду, так как мне лень. Так давайте посмотрим, что там дальше. Так, пока что загрузка. И, кстати, возможно, сейчас будет плохое качество видео, так как вы же не хотите, чтобы видео было хорошего качества, но лагало очень. Так, все. Задача. Поговорите с фермером Питером Шерманом. Ну, не знаю. Так. Не знаю. Фото. Это отличный материал для репортажа. Пошли дальше. Да, вот куст, как вы видите, тут он плохой. В плохом качестве. Ладно, пошлите дальше. Да, у меня все в плохом качестве, чтоб не лагало тут так сильно. Так, что тут? Опа! Что это за звук? Не знаю. Ой, я случайно на Е и это нажимал. А тут оказывается, типа нагинаться. А присесть можно? Здесь присесть можно. А шифтовать здесь нельзя. Так, записка от фермера. Мистер Фокс, мы договаривались о встрече, но случилась беда. Читать я дальше не буду. Задача. Исследуйте дом. Так, я дверь за собой на всякий случай закрою. Так, телефон. Не работает. Ясно. О, дверь. Не работает. А точнее, закрыто. Так, старая газета. Это старая газета о кругах на полях. Интересно. Пока что пусто. Я ничего такого страшного не вижу. Хотя, да, всегда. Всегда ничего страшного. А, давай вот такого же сначала зайдем. Опа. Это, наверное... Что это? Окно открыто. О, рация какая-то. Видимо, она принадлежала пропавшей девочке. Если прислушаться, можно различить различить очень странные звуки. Кстати, да. Папери Хьеган. Что-то там сзади на рации написано. Вот такая музыка напряженная теперь. Так, это комната дочки. Ночью я услышал странный шум. Когда я зашел в комнату, ее не было в своей постели. А окно было распахнуто настежь. Я уверен, что ее похитили эти твари. Я что-то не понял, какие твари, ну ладно. Детский рисунок. Похоже, этот рисунок сделала пропавшая дочка фермера. Лист изрисован с двух сторон. Так. Ну, этот рисунок вроде бы нормальный. Тут я вижу девочка, собака и чувырло какое-то вот такое вот такое палочноподобное существо, короче. А здесь... Ух ты ж, ё-моё. Девочка плачет, и тут палочноподобное существо убил собаку. Ну, а грустненько, грустненько. Стопа. А двери были открыты. Ладно, пофиг. Так, открываем дверь. Здесь комната. И здесь записка. Записка от фермера. Еще тут написано. Так, я узнал много об этих тварях. Да. А ну да, вот это вот посмотрим. Распечатанное фото. Фото из интернета. Похоже, Питер Шерман видел нечто подобное. Выглядит жутко.
Согласен. Все я смотреть не буду, потому что, ну, это так. О! Детский дневник фермера. Стикер. Нашел мой старый дневник, где мне 15 лет. Как я мог забыть об этом? Прочитать я не хочу. Такс. Здесь нельзя выключить. Пошли. Что это за шум? Что это? Нифига себе! Нифига себе! Ух ты! Выпустите! Выпустите меня! Фу-фу-фу! Ух ты ж, блядь! Нажмите F, чтобы достать фонарик. Сука, это реально стрёмно. Ух, я случайно фонарик выключу. Что-то уже реально попахивает. Да, блин, я вообще фонарик выключил. Реально попахивает уже. Реально жопа, я чувствую. Опа. Сейчас дверь открыта. Записка. Еще в детстве меня начали беспокоить головные боли. Они мучили меня до сих пор. Опа. Баночка со странным устройством. Сделайте фото импланта. Это отличный материал для репортажа. Так, здесь пока что я вижу. Тут телек какой-то есть, вот, смотрите. А ну. Да, посмотрим, что это. Скорее всего, это кино какое-то, я не знаю. Так, я насмотрелся. Что это за звуки? Мне они не нравятся. Мне они не нравятся. Попахивает жопой. Можно эту лампу, блин, вырубить? Я уже задубался. А унитаз здесь смывается сам. Не, унитаз не работает. Хотя ладно. Опа! Что за хер? Что за хер? Чуть не матюкнулся. Что это за дрянь только что стояла? Что я не понял? Да ну его нафиг, короче, я пош... А ну, что это? Что это? Ух, нифига себе! Да, все, я точно иду к машине. Я уже насмотрелся этого. Все, до свидания, я пошел. Ну его в жопу. А, ты... Все, я точно иду отсюда. Все, все, я досмотрелся. Все, я досмотрелся. Все, до свидания. Я лучше пойду. Чайку попью. Все, до свидания, я поехал. Давай, поехали. Поехали. Заводись, сука. Заводись. Ты что, заводишься? Это что за херня? Ух, раз. Сука. О, блядь. Это стрёмно. Блин, я ничего не вижу. Надо лучше... Да заводись! Да заводись! Сука, заводись! Шо? Не понял. Да, заводись. Тьфу, блядь. Вот уж, блядь. Ё-моё, вот это реально было, оказывается, стрёмно. Всё-таки не зря проиграл, чуть ли не сдох. Так, демо с полной версией игры вас ждёт полная... Короче, я понял. Ладно. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи, ну и, конечно же, хорошего настроения. Что-то ещё пожелать.